Молочной продукции, зараженной ящером, в Якутии нет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Напомним, 21 октября в крупнейшей торговой сети поступило письмо от Роспотребнадзора страны об изъятии из магазинов молочки, произведенной на заводе «Вимбельдан». Из-за вспышки ящера в ведомстве распорядились убрать с полок молочную продукцию, сделанную на комбинате «Юрьев-Польский» во Владимирской области, который является дочкой «Вимбельдана». Ящер – это острая инфекция. Она передается от больного парнокопытного животного к человеку. Очаг болезни зафиксирован на одном из сельхозпредприятий Владимирской области, поставлявшем сырье. Под запрет попали кефир, молоко и простокваша нескольких марок, в том числе домик в деревне.